ты и текст уже сказал. Можно пойти, пожалуйста? Ну что, это снова Мисс Блокнот 2021, и сегодня четвертый этап. Сегодня поистине солнечно, сегодня есть бассейн. Сегодня мы на загородном клубе «Облака». А это значит, что сегодня дефиле купальников, и мы посмотрим, на что способны наши девчонки. Если вы готовы отправиться с нами, то погнали! Оп! Нас доставили наши партнеры, компания Alex Tour и их комфортабельный Mercedes. Действительно комфортный, просторный, прохладный, с отличным водителем и еще много всего крутого именно от компании Alex Tour. Что делать надо? Черный микрофон – самый лучший микрофон. Вопрос простой. Твоя визитка с кастинга уже вышла. Читала ли ты комментарии, что пишут по твоим постам? Да, читала, видела. Как ты относишься к тому, что, возможно, польется еще больше хейта и появятся люди, которые будут вас оценивать? Ну, если появятся, я не буду им каждым отвечать, не буду говорить, что им надо про меня что-то говорить. Ну, скажут, пускай говорят, значит, им так нравится. Что мы говорим всем хейтерам? Привет! Я хотела бы, конечно, верить, что я выиграю и прилагаю максимум усилий. Поэтому я бы хотела себя видеть с дедом. Что мы говорим всем участницам? Бойтесь меня! Делать, пусть пишут. У всех были необоснованные комментарии. Как ты оцениваешь сейчас свое положение? Мне нет соперниц. Мы, когда мне все девочки нравятся, как бы мы не соперничаем, мне кажется, но все хорошо. Удачи всем. Встречайте меня с поклоном. Мокрая, смотри. Разъят! Отдаешь? Сама ты курица! Что, Баронин отстой. Ой, я смеялась, знаешь, над каким комментарием? Буда. Ну, и отвечать ты им ничего не будешь. Ну, я могу посмеяться, ну, то есть подшутить, это мой максимум. Что мы говорим всем хейтерам в камеру? Я вас люблю. Буда 2.1 будет вот так. Кто будет мисс Блокнот? Я. Что меня хейтить? По-моему, все прилично, красиво. Это их мнение всего лишь. Да. Все складывается хорошо, как я и планировала. Что мы говорим всем хейтерам? Всего вам хорошего. На себя посмотри. Ну что, это был четвертый этап дефиле в купальниках, а это значит, что вы уже все видели, поэтому ставьте лайки и голосуйте за понравившуюся вам участницу. Ну и, конечно же, ждите следующий этап, потому что дальше девчонок ждет нечто важное. Встретимся на спортивном этапе.